Давайте посмотрим. Молодой, перспективный парень Голоцуцков. 85-го года, чемпион Европы уже. Так блестяще выступал в Греции. Рамтат, фляк. И два с двумя. Молодец. Точку ставить и не шевелиться, Антон. Сальто вперед, прогнуш. Двойной вперед. Хорошо. Там 1/10, тут 1/10 сбавка. Плюс прибавочка будет. Сальто вперед, согнувшись. Ага, твист двойное вперед. Или... Вот круги традиционные. Почему-то он не на одной точке, как это делает Николай, то есть этот Немов, ну, любой другой гимнаст, а он прохаживался прям буквально, начинал с одной части на ковре, а закончил с другой. Так, ну, пожалуй, он, наверное, переходит в заключительной серии акробатической. Рандат-фляк и первое заднее. Ну что ж.